Вертолет поднимает песчаную бурю, но десятилетний Алёша не отворачивается, ну и пусть, что пыль летит в глаза. Его мечта увидеть, как работает вертолет санитарной авиации. Цель мальчика в будущем – связать свою жизнь с медициной. Я хочу стать врачом, потому что я хочу спасать жизни людей и помочь им. Акция «Елка желаний» помогла маленькому Лёше приблизиться к мечте, увидеть, как медики ведут свою каждодневную работу, спасают людей. Специалисты трудятся в оперативном режиме, но у них остается время на то, чтобы показать, как устроен вертолет внутри. Кислородный баллон. Вот второй. Вот это аппарат, который вентиляция легких распространяет. Помнишь, я тебе рассказывал? Будущему врачу разрешают сесть в кресло пилота и проводят для него первый инструктаж. Вот видишь, что красным цветом, то нельзя щелкать. Обратить особое внимание нужно. Вы знаете, к нам поступило письмо с просьбой этого молодого человека, который очень хотел узнать о работе санитарной авиации. Вот он задавал много вопросов. Молодой человек достаточно интересующийся. Сегодня новогодняя сказка для маленького Лёши разыгрывалась под шум лопасти вертолета. Теперь он точно знает, чудеса совершает не только Дед Мороз, но и люди в медицинских халатах. Именно они стали для него главными волшебниками.